Только что приехали, купили двух поросят. Человек заказывал себе пару поросят, приехал, выбрал двух девочек на племя, забрал. И все, эти 10 штук оставляю себе. А тот человек уже меня, получается, третий раз берет. Буквально в течение 2 месяцев третий раз они берут у меня по 2 поросенка. Выбрал самых больших 2 девочек на племя. Да.
получается слой более 10 сантиметров. Вот рука. Слой более 10 сантиметров. И вот смотрите после вибровейки. 10 сантиметров жидкого слоя. А ну, Сань, покажи. Вот, смотрите. Больше 10 сантиметров под вибровейку залито. Вот. Я не грузну, потому что весь бетон уже сел. Все. Только верхний вот этот слой. Молоко, так сказать, бетонное. Вот. А вообще, по идее, если бы мы под правило заливали, я бы сейчас был груз. Правильно, Сань? Правильно.
Да, 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 да